Студенческие годы позади, далее уже настоящая взрослая жизнь. Вузы Владивостока выпускают в этом году тысячи специалистов. Тихоокеанский государственный медицинский университет подготовил кадры для больниц и поликлиник города и края. Документы о высшем профессиональном образовании вручены 432 выпускникам. Из них 157 врачей-ординаторов, а это невропатологи, стоматологи, хирурги, акушеры-гинекологи. Многие из них уже отработали врачами общей практики. Сегодня диплом ординатора позволит им профессионально реализовать себя в более узкой специальности. Ну, изначально хотелось пойти именно в хирургию, потому что, ну, так мне кажется, что хочется что-то делать руками и при том видеть результат своей работы. То есть, что поступил к тебе ребенок больной, ты его вроде как полечил, и он пошел домой здоровый. В дополнение к диплому о базовом высшем медицинском образовании, этим выпускникам выдали сертификат специалиста, который дает право на самостоятельную врачебную деятельность. Это, считают молодые доктора, очень почетно. Ведь врачи для обучения в ординатуре отбираются по конкурсу. Подготовка клинических ординаторов осуществляется по индивидуальному плану. Следует отметить, что 40% наших врачей-ординаторов подготовлены по программам целевой ординатуры. Это значит, они готовились для конкретных учреждений здравоохранения, для конкретных рабочих мест Приморского края и Сахалинской области, Камчатки и Республики Саха-Якутия. Мы работаем для учреждений здравоохранения всего Дальневосточного федерального округа. Ряды детских врачей в этом году пополнят 63 специалиста. После получения заслуженных дипломов новоиспеченные доктора дали торжественную клятву врача Российской Федерации. Стать педиатрами многих побудила любовь к детям, желание обеспечить здоровое будущее молодому поколению. Я всегда любил детей, и мне кажется, это более самое благородное именно даже среди медицинских профессий. Она сложнее, на мой взгляд, чем остальные, но она интереснее, потому что именно вот с детей, если хорошо лечить детей, то, в принципе, на взрослом этапе уже врачи не так сильно нужны, в них как бы надобности отпадает. По словам представителей Департамента здравоохранения, медицина Приморья остро нуждается в притоке современных квалифицированных специалистов, поэтому проблем с трудоустройством для них не существует. И уже в ближайшее время их можно будет встретить в поликлиниках и больницах Владивостока и края. Будущее место работы определился. Это городская больница, первая городская больница, Владивостокская клиническая. В краевую детскую клиническую больницу на Первой речке. В дальнейшем либо поликлиника, либо стационар. Но вы планируете остаться вот именно во Владивостоке? Да. Нет, в Владивостоке. У меня целевой договор именно с городской Владивостокской поликлиникой номер 9. Свои кадры подготовил и в ГУЭС. 9 дизайнеров выпустил Институт сервиса моды и дизайна. По словам специалистов университета, к выпуску учащихся на творческих направлениях остается процентов на 30 меньше. Защита дипломных работ у дизайнеров прошла в формате дефиле. Они представили собственные коллекции. В скором времени эти ребята будут радовать и удивлять приморских поклонников фэшн-индустрии. Ну а кто-то уже сотрудничает с известными брендами Владивостока. Фишка в том, что каждый из элементов костюма может заменяться, и мы, ну, получаем из 7 комплектов, там, может быть, там еще больше. То есть, если мы заменим куртку на другую куртку или там джинсы куда-нибудь в другое место поставим, получим абсолютно новый образ. То есть это, ну, можно сказать, такой мини-гардероб. В этом году в Высшей школе телевидения прошел двойной выпускной. С момента основания школы на базе университета это второй выпуск направления телевидения и мультимедийная журналистика и первый выпуск направления реклама и связи с общественностью. Бакалаврам вручили дипломы и поздравили с окончанием вуза. Теперь новоиспеченные журналисты и пиарщики будут испытывать свои медийные силы в ведущих СМИ Дальнего Востока и в приморской столице. На своеобразном выпускном показали документальные фильмы, с которыми дипломники выступали на защите выпускных работ. На суд представили три проекта, один из которых «Тайны Приморья. Брат и сестра». Первая часть из цикла документальных фильмов о мифологии нашего края, авторства Артура Лесникова. К слову, молодой журналист, кроме диплома, получил еще одно признание. Его включили в Золотой фонд в ГУЭС. Всегда меня увлекала журналистика и, собственно говоря, и снимал, и фотографировал, и вопрос не стоял, куда поступать, только сюда.
Более 4000 специалистов выпустил в этом году Дальневосточный федеральный университет. Приятные воспоминания останутся у студентов ДВФУ от церемонии ТОП-100, по традиции собравшей в себе сотню лучших выпускников. Одним из главных условий для включения в ТОП-лист стало получение красного диплома. Из всех отличников были выбраны победители различных конференций и творческих конкурсов, авторы научных разработок, спортсмены и активисты. Занимаюсь спортом, профессионально занимаюсь плаванием, защищаю честь университета на спортивной арене и вот за. Тоже занимаюсь спортом, плаванием, академической греблей еще, присутствовал при развитии этого спорта у нас в ДВФУ. Мы много-много работали. Поем в творческом центре. Очень мы много работали, да, чтобы все, сюда попасть. Все 4 года мы отстаивали честь родного университета, выступали на сцене, пели. Чествование лучших выпускников прошло в особенной атмосфере. Каждый виновник торжества переоблачился в классическую академическую черную мантию и конфедератку. Бакалавров, специалистов и магистров можно было отличить по разным элементам костюма – накидкам, галстукам. Вручал заслуженные дипломы ректор ДВФУ, который также следовал дресс-коду. Ну а дипломированные специалисты после получения заветной красной корочки размышляли о будущем. Магистратура? Учиться дальше, развиваться и как бы планируем остаться здесь до УФУ. Дальше планируем магистратуру и работать, конечно же. Да, магистратура, ну, наверное, может быть в этом университете, может быть в другом. Дальше планирую поступать в аспирантуру, заниматься тем же видом исследований, что я сейчас занимаюсь. Думаю, или поступать в аспирантуру, или уже идти дальше в светлую жизнь. Все эти ребята прошли большую часть пути по трудной дороге получения образования. Они могут гордиться собой. Своеобразный пропуск во взрослую жизнь в виде диплома у них на руках. Их успех – яркий пример для нынешних абитуриентов и для тех, кто только определяется с вузом или профессией. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.